что видит наш холодильник ночью. Что у меня такого все есть? Возьму одну кремлёчку. Знаешь, объедаться нельзя. Так, чипсы жрать-то, а? Блин, поздно уже. Одна категорика и все. Нет, не надеемся. Вот кусочек сыра маленький. Ну, да, ктимарики, я еще больше захотел есть. О, сосисочки. Нет, ну, это ктимарики с сыром просто провалились, я их не почувствовал. Колбасочка, нарезочка, это другое дело. Колбаска. О, а вот и что кастрюли. О, пюрешечка. А котлетки хоть и есть? Конечно, есть! Так, я вроде котлеты видел. Что, сожрали, что ли, все? Подожди. Борщик, отлично! Сметанка. Еще надо шлифнуть что-нибудь. О, я сыру! О, не дошел! Что у меня тут есть? Что сделаешь? Я просто еще еду. По-моему, все сожрали. О, смотри, арбуз и огурцы! Я арбуз беру. А я огурчики! Давай быстрее вставать с уже. Юля, я дома! Ну что, встал? Будет завтра в 10. Я у тебя встал? Ха-ха! Я не понял, мы что, едем отдыхать? Мы едем. А ты? Нет, потому что тебе нужно ходить в садик, и ты остаешься с бабушкой! Красота! Ну чего, давай переодеваться и на море? На море, на море, на море! Красота! Да. Гордей, смотри, какой классный нерф я тебе сегодня купил. Гордей, Гордей, смотри, я тебе достал очень редкого коллекционного Халка. Зеленый. Папа, ну-ка подожди, что это у тебя такое? Да вот, кресло купил, теперь убираюсь. На каток? Да ты же кататься не умеешь, Гордей. Я не умею, я против всех катаюсь. Ну ладно, поехали. Так, ну давай показывай, как ты круто катаешься. Ой, может и пингвинчика взять в помощь? Ну нам не надо, я справлюсь. Ну, вот так лучше, да? Three, two, one.
Ты смелый. Я смелый. Ты сильный. Я сильный. Ты матерый. Я матерый. Ты даже не знаешь, что такое сдаваться. Ой, я даже не знаю, что такое матерый. Oh.